Откуда у Крейвена глаза и уши по всему городу? Давай! Вроде получилось. Цель подтверждена. Охотники на угол 67-й и Лексингтон. О, нет. Я привел охотников прямо к ним. Надо туда добраться. Они уже здесь. Я знаю, паук, это ты! Все хорошо? Прячешься в тени? Паутина — это след. Думаешь, ты умный? Клинок, человек-паук. Снова паутина. Я кое-что нашла. Проверьте наверху. Пусть выходит на бой! Пусто. Найти тебя будет легко. Паук наверху! Стреляйте! Спасатель паучок на место прибыл! Надписи не читали! У бассейна не охотятся! Эй! У меня купальный костюм есть, а у вас? Посмотрю внутри. Эй! Сергей, сколько лет, сколько зим. Как ты? Кто здесь? Располагайся как дома. На стойке тебя ждет Мартини. Меня спутали с Крейвеном? Две оливки. Две оливки? С цианидом? Так значит, решил воссоединиться в Нью-Йорке. Давай поиграем в прятки, как в старые времена.
Меня не видно. Запрограммированная запись с эффектом движения. Партия почти доиграна. Нет, давай, Пит. Шах и мат. Ты нашел мой секрет, но кто скрывается в нем? Я там умру, да? Квартира хамелеона? Я думал, он давно сидит в тюрьме. Уезжая из Волгограда, я думал, что у меня больше никогда не будет дома. Но здесь я счастлив. Похоже, он хорошо учился. Вот эта техника. Дрон Крейвена заснял его в процессе трансформации. Я знал, что с целью Крейвена что-то не так. Снова тайны. Строительные планы, записи. Так хамелеон и за Крейвеном следил. Это база пропавших людей за целых 20 лет? Что хамелеон с ними сделал? В детстве я делился с тобой всем. А ты делал вид, что мы чужие. Я тобой восхищался, а ты меня ненавидел. Но хватит. Я устал быть жертвой. Я тебя еще увижу, брат. А вот ты меня не увидишь. Надо выбираться отсюда! Не волнуйся, брат. Я сделаю то, что не смог ты. Крейвен и Хамелеон — братья? Теперь ему не о чем переживать. Надо будет его поискать. Юрий не будет рада узнать, что он на свободе.